Всем привет! Сегодня попытаюсь скрафтить M4-1S Nitro. Вот. Кто играет в CSGO и занимается более-менее обменом, знает, что такое контракт обмена, думаю, узнает, что это крафт. Вот. Вчера вечером начал и вот, как видите, сегодня закончил сбор всех нужных оружий. Вот. Собственно, попробуем скрафтить Nitro. Nitro одна из самых популярных оружие из M4-1S, но у нее офигенный вид и такое. M4 S S Nitro. Так, ну удачи, потому что смотрю многие обзоры по крафту, если пишет Nitro и то, что нужно, выпадает по идее. Ну вот, попробуем, погнали. Да. А вот и Nitro. Вот, собственно, все. У нас есть Nitro. После появился. Ну, все-таки. Смотрит она как немного поношенная. Вот, и тем не менее, она офигенная. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, чтобы следить за новостями. Я буду какие-нибудь плюшки выносить, показывать вам. Могу некоторые инвентарь показать. Вот, M4-1S, я специально покупал его для карты тренинг, потому что это единственное оружие, которое сливается с камуфляжем спецназа на тренинг. Вот. То есть на тренинг она офигенно смотрится. КТ. Вот. Недавно обменял два Гвардиана, то есть M4-1S и USPS. Гвардиан на вот Factory New, то есть прямо завода. АВП электрический улей. Ну вот, собственно, тоже классный ствол, один из самых красивых UMP, я думаю, даже самый красивый UMP. Пламя стоит всего 12 рублей. Видок у него такой зачетный. И с ним играть приятно прям вообще. Вот. Вот это у меня был небольшой подарок. Мне подарил этот друг. Тем не менее, этот ствол поднимается в цене и выглядит он действительно один из лучших. В коробках он, точнее в кейсах выпадают такие только оранжевые. Вот. Ну что еще можно сказать? Да собственно это все, вот есть даже Фамос, он тоже офигенный, самый красивый Фамос, я думаю, в игре. То есть тут вообще офигенный дизайн и все такое. Пульс стоит довольно-таки дешево. Рублей 40 Factory New. Вот. Очень нравится вот эта вот нова. Я думаю, одна из самых красивых нов. Первая. Есть графит, новый графит тоже очень классная нова. Но вот это мне больше всего нравится. Ну вот, я думаю, на этом все. До новых встреч.